О необходимости беречь мир вновь говорят в Актобе. Горожане собираются у мест, где произошли жестокие нападения. Траурные процессии несут цветы. В их составе работники предприятий и госучреждений, учителя, ветераны и школьники. Общее горе объединило людей разного возраста. Море цветов и свечей сегодня и у оружейного магазина «Пантера». Собравшиеся почтили память случайно погибшего там Михаила Матросова. Он был постоянным клиентом и в тот роковой день пришел вместе с братом за рыболовными снастями. После нападения террористов он погиб на месте. Брат Михаила Виктор ранен и находится в больнице. Мы прошли войну, мы знаем, что такое война. Вот, в войне прежде всего страдают женщины, дети, старики. Вот. И поэтому нам надо беречь этот мир всеми силами. Когда вот это все узнали, что погибли люди, мирные, совершенно не думающие, наверное, ни о каких преступлениях в своей жизни, было очень и очень больно, и очень страшно. Поэтому сегодня, в день траура, хочется выразить огромное соболезнования родным и близким погибших. Нам нужно объединиться, что нам нужно верить, что нам нужно быть и бдительными, и, соответственно, конечно, и человечными по отношению друг к другу.